Что касается вас, как руководителя Лиозинского района, хорошо знаю ваш район и много слышал о вашей работе. Вы человек опытный, и это было мое решение направить вас в Гродненскую область. Вы понимаете, что это непростая область, что это высокоразвитая в сельскохозяйственном отношении область. Но, насколько я понимаю, вы хорошо знакомы должны быть с Кравцовым, поскольку тот же в Могилевской области немало работал. И я надеюсь, вы общий язык найдете там, где надо. Но у вас должен быть свой, исходя из вашего опыта, взгляд на кадры Гродненской области.